связи между шириной гамма-телеростного резонанса и SU4 симметрии. Да. А можно здесь поподробнее, потому что как-то непонятно. Могу. Или, а могу сказать. Дело в том, что если вы... Давайте сейчас назад. Это... Значит, я еще раз повторяю, почему этим интересно заниматься? Потому что есть экспериментальные указания. Я приглашаю на доклад Сергея Николаевича Абрамовича о том, что эти эксперименты, в которых наблюдалась аномально малая ширина гамма-телеровского резонанса, но аномально малая не как в аналогах в 30 раз, а раза в 3 меньше, чем нормальная ширина. Это просто наблюдательный факт, если он есть. Но тот факт, что экспериментально этот вопрос ставится, нам очень интересно. А теперь, как поставить задачу? Очень просто. Если у вас SU4 симметрии точная, то у вас аналог ИГТР выраженный, не имеет никаких ширин. А дальше надо смотреть, что нарушает. А что нарушает, известно. Это прежде всего спин-орбита. И поэтому вы, грубо говоря, можете сформулировать нарушение, выразить фрагментационную ширину через нарушающую SU4 симметрию спин-орбиту. Так же, как можно вычислить спредовую ширину аналога через нарушающую SU2 симметрию кулоновской средней пол. Вот очень хорошее описание вы демонстрировали эксперимента на свинце. Это очень важно, потому что это действительно хорошее сферическое ядро. Вот. Но я бы хотел вспомнить, так сказать, то, что учил ваш учитель в свое время, Мигдал, который говорил, что задача ядерной физики состоит в том, чтобы описывать качественно когерентные явления ядерной физики. Вот тут, мне кажется, имеется коренное, так сказать, вот противоречие, может быть, которое до сих пор вы не поняты, или вы как-то сами скажете, в чем оно состоит. Вот эксперимент на всех ядрах, ну, в общем, стандартная картина, что вот имеется один широкий, гладкий, симметричный, или почти симметричный, ну, нерасщепленный резонанс. Да. В теории всегда получается, что он расщепленный. Да. Вот. Вопрос правильный. Значит, здесь есть несколько проблем. Действительно, пока в той модели, значит, это может зависеть от деталей одночастичной схемы. Мы использовали сравнительно простую одночастичную схему. У нас такое расщепление получилось. Мы могли бы, у нас есть схемы, в которых, например, нарушается правило сумм, но в которых резонанс будет очень гладкий. Мы решили себя не убаюкивать. Почему? Потому что нашей задачей главной было все-таки описывать однонуклонные реакции. Это то, что я не назвал, вот в середине или где-то в 70-х годах прошлого века была очень модна такая терминология – оболочный подход к теории ядерных реакций. Была книжка Вейдемюллера, написанная на эту тему. Вот фактически наша задача была реализовать эту идею. Тот вопрос, который вы задали, существует, мы будем над ним работать. Здесь есть возможность уточнять одночастичную схему. Да, у нас получилась здесь вот некая такая неприятность, мы, естественно, ее, как говорится, видим. Но мы не считаем пока это очень критичным моментом. Но вопрос существует. Вопрос. Да. Значит, каким образом, когда мы наблюдаем резонанс широкий и который по энергетике соответствует гамма-теллеровскому и близок к нему по систематикам, мало того, он еще, мы наблюдаем расщепление этого резонанса, что нужно измерить для того, чтобы доказать, что это гамма-теллеровский резонанс? Это правильно, это правильный вопрос. Ну, вопрос на самом деле, как бы, значит, конечно, когда говорят, что гамма-теллеровский резонанс, предполагается, что квантовые числа его действительно известны, 1+. Поэтому, конечно, нужно изучать угловые распределения ядерной реакции, идущие. Ну, например, вот мы с вами уже обсуждали, я бы изучал, скажем, упругое рассеяние протонов через этот резонанс, особенно на этом известном ядре, станом 117. Там входной канал S1/2, момент L равно нулю. Поэтому резонансные протоны, скорее всего, должны быть распределены изотропно. Если это так, то это будет прямое указание, что это есть резонанс L равный нулю. Конечно, еще сказать, что он спинфлиповый, но поскольку L равный нулю – это аналоги зарядов обменных, потому что тогда, как говорится, окно возможностей резко сужается. Это не есть точное доказательство, но это уже такой мощный камень в это доказательство. Вот мой ответ.